Всем здравствуйте! Вы находитесь в любимой деревне. С вами Юля и мои козы. Мы, как всегда, вышли погулять. Сегодня мне вспомнилось, как у меня появилась первая коза. У меня тогда были маленькие дети. Дочке было 2, а сын был грудной. И мне соседка подарила козу. Белую, самую простую. Я тогда не знала, что ей нужно кушать сено круглый год. Не знала, как ее правильно доить, как ее правильно кормить. В общем, она у меня была как не как коза, а как подопытный кролик. Тем не менее, она не страдала ни вздутием, ни какими-то другими заболеваниями, которые встречаются у коз при неправильном кормлении. А кормила я ее неправильно так. Не давала ей сена летом, ни весной, ни осенью. Давала только зимой. А целыми днями она у меня на привязи паслась. Я даже не боялась, что она может простудиться, потому что козы с непривычки, когда их привязываешь на веревку, могут мало двигаться, и обязательно они, когда покушают, ложатся, то зачастую простужают себе вот внутренние органы. От этого тоже бывает, что умирают. Этого, конечно, я не знала, и моя коза с вольных хлебов, попавшей ко мне в руки, постоянно была привязана. Так прожила она у меня 3 года, без забот, без хлопот. И я ее благополучно продала в Сергиев Посад. Удои были у нее тоже неплохие. Несмотря на то, что за эти 3 года я ни разу ее не покрыла козлом, потому что я об этом тоже не знала. Зимой она давала 600 грамм утром, 600 вечером. В общем, при всем моем неправильном содержании давала она неплохо. Я не знала, что нужно делать массаж перед дойкой и после дойки. Летом коза без покрытия мне давала 1,5 литра. Тоже прилично. Не замечала, чтобы она как-то особо нервничала, прося козла. Но вот когда всерьез начинаешь заниматься козами, когда изучаешь литературу, посещаешь курсы, то, узнавая какие-то нюансы, ты действительно замечаешь, что да, это есть. Когда ты относишься как-то проще к этой проблеме, то, возможно, она даже и не возникает. Вот не знаю, как у вас, но в моей практике это так. Чем больше я занимаюсь козами, тем больше на практике я узнаю что-то новое, что происходит с ними в определенный период их жизни. То есть читаю сначала литературу, а потом вижу, что да, действительно это так. Человек, который не любит коз, долго их не сможет держать и не достигнет хороших результатов получения прибыли от них. Знаю не только по своему опыту, но и по опыту многих других людей, которые заводят коз и не любят этих животных, а просто хотят, чтобы у них было молоко. Ругались машину. Хотят, чтобы у них было молоко, сыр, творог, но не особенно нравятся им козы. Да, они получают прибыль, но потом, спустя какое-то время, им это занятие надоедает, и они просто продают коз или же съедают коз, кто как. Действительно, если вы решили заниматься козами, то вам необходимо прежде всего любить их. И тогда все, что вы будете делать, вам не будет надоедать, а будет приносить радость. Приносить будет радость и вам, и козам. И чувствуя вашу любовь и заботу о них, козы вам будут служить тем же самым. Так вот мы гуляем с моими красотками. Иногда встречаются козы с девичьим молоком. Ну то есть в 7-8 месяцев ваша коза начинает давать вам молоко. Хозяева радуются, думают, что если она в таком возрасте без покрытия дает столько молока, то 100% она будет очень молочной и очень хорошей козой, когда родит потомство. Это абсолютно не так. Бывают действительно козы, которые дают девичье молоко, но когда рождают козлят, их удои сравниваются с теми козами, которые начали давать молоко после
родов, то есть в обычные свои сроки. Поэтому если вы покупаете козу 7-8 месяцев, а у нее уже девичье молоко, то не думайте, что это какая-то сверхкоза, которая будет супер удойная. Визитная карточка козы – это, конечно, ее вымя. Это очень сложный организм в организме козы, за которым нужно особенно тщательно смотреть. Не допускать, чтобы там оставались капли молока после дойки, или чтобы оно нагрубало, или чтобы появлялась сыпь на вымени. Необходимо производить своевременный массаж перед доением или после доения. И тогда ваше вымя будет всегда в прекрасной форме, и вы будете получать хорошую прибыль от вашей любимой козочки. Козы – стайные животные, и желательно, чтобы в вашем хозяйстве была не одна коза, как минимум две. Также в каждом стаде свой уникальный диалект, по которому козы общаются. И если ваша козочка из вашего стада попадает в стадо соседа или в какое-то другое, то она, как иностранка, не понимает, о чем говорят ее собратья или сестры, которые находятся в этом стаде. Только со временем она начинает привыкать к тому, что говорят в новом стаде, изучая язык. Поэтому, когда вы продаете своих животных, старайтесь продать не одну козу, а хотя бы две, чтобы им было немножко повеселее, чтобы они не были побиты другими козами. Потому что козы – это жестокие животные. Они, как назвать, это как дедовщина, что ли, у них. Когда появляется кто-то новый, они начинают буквально издеваться и бить. И пока другая коза не оклемается, не подстроится под лидера, либо сама не станет лидером, ее будут до сих пор обижать. Вот пример нашей Альпочки. Это альпийская козочка. Она у нас с документами. Скоро буду ее покрывать. Чистокровная альпийская козочка. Ее очень сильно обижали у нас. Да и сейчас она по привычке отпрыгивает от ромашки, которая меньше даже рога и меньше по размеру, но характер у ромашки напористый. Вот она ромашка. Вот она альпа. Видите, какие у альпы рога. Так вот, характер у ромашки более напористый, чем у альпы. И альпа по привычке отскакивает от ромашки. Плюс ромашка уже рожала, и поэтому она так уже сформировалась как личность, а альпы еще нет. Но я больше чем уверена, когда родит альпа своих козлят, после первых родов она заматереет и обязательно будет властвовать над всеми нашими козами, потому что она очень сильная, мощная. И когда мы гуляем, вот встречаются там собаки, она одна единственная, кто не боится собак. Все прячутся за нее, она начинает отбиваться. Такая вот удивительная альпа. Сколько же радости мне приносит общение с козами. Пришла сейчас с работы вечером, и первым делом, и весь день я думала, как я выйду погулять с моими красавицами, как я буду радоваться, когда их увижу. Действительно, к вечеру мои мечты осуществились. Я выполняю свою любимую работу. Прогулка с козами. Вчера мы чистили сарай, убирали навоз. Эта работа не менее любимая, потому что работают все мышцы. Чувствуешь себя настоящим фермером. Радуешься, что ты можешь это тоже делать в наше время. Так что, кто держит коз, я думаю, меня прекрасно понимает. У кого еще их нет, и кто думает себе их завести, поверьте, эти великолепные, красивые, милые животные, которые обладают очень хорошим умом и хорошей памятью, они преданы и отвечают вам с той же любовью, что и вы к ней, вы не пожалеете. Обязательно заводите коз. Они очень забавные. Да, Альпочка? Белькины дочки, две безрогие козочки, кто смотрит меня уже давно, помнит мою козу Бель, которую мы продали в новое хозяйство. Вот ее дочки. Они так сильно подросли. Но ждем, когда они еще немножко подрастут, наберут вес, рост, чтобы привести козла. Я специально вот
поджидаю, чтобы даже, наверное, будет у меня покрытие в этом году не в конце ноября, а где-то, наверное, даже в начале декабря, чтобы козочки еще немножко подросли. Если появится в нашем стаде козел, то он обязательно их покроет, потому что гуляем мы все равно все вместе, я буду его выпускать, а то, чтобы они отдельно сидели, в этом нет никакого смысла. Да, мои хорошие? Они очень похожи на маму. Такие же обжорки. Красоточки. Посмотрим, сколько они будут давать молока и что из них получится. Они заано альпийские. То есть у них папа альпиец, чистокровный, с документами был. А Белька у нас тоже альпийская заанинская коза, но она была у нас без документов. Но несмотря на то, что она была без документов, она давала всегда прилично молока. Обладала хорошим аппетитом. В общем, вот такие вот наши красавицы. Ну что ж, мои хорошие, сейчас будем потихонечку сворачиваться. Очень интересно почитать ваши комментарии, ваши рассказы о том, как у вас появилась первая коза. Пишите, пожалуйста, с удовольствием почитаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаем здоровья, хорошей осени и прекрасного настроения. Пока-пока!